Игра. Ну, выбирай сюжет. Ну, я уже все выбрал. Сюжет, да? Боевой мах. Или подожди. Ну, вот сюжет. Погнали. Боевой мах. Ночной кошмар. Теперь все, все на. Понеслась. Подтверждай. Так. Это скипаем. Ее возвели совсем недавно. Да, запах новой крепости ни с чем не спутаешь. Посмотри на пол, на стены. Он даже не прочувствовал момент. Слушай, сюда направляется армия орков. Может, повесим занавески после штурма? Армия орков, Маздай. Кстати, а сюда прикольно было бы их скидывать. Ну только как. Так, тут я сюда эту самую поставлю. Стенку. Вот. Она... Крошит! Режет! И шинкует! Ну да, я говорю, даже жалею орков. Крошит, режет и шинкует! Так. Не, пока мы поставим, давай сначала вот эту. Покрошим, порежем и пошинкуем. И пошикуем. Так, стену я захуярил. Ну и тут еще. Все. Это аппараты как готовы. Добрые костры из книг. Но вместо книжек орки. Глянул. Приступим. Они полетят головушки. Там мне какой-то молот. С инопланетянином. Да на поясе висит молот какой-то, на нем знак Ален. Сука, блядь, дерзкий что ли, блядь? Чё так много-то, блядь? Это Раш. Вверх. Зверюга! Вот так это и бывает. Дверью въебач. Так. Что сделать? Что сделать? Чурки мои! Чурки мои, да? Они в восточном зале! Они прорываются, блядь! На, куда лезешь, сука? Что нам сделать? Либо ты дерзкий пацан. Ля-ля откидывает. Кстати, там неплохо чем-нибудь поставить такое интересное. Надо будет тот самый, замедлял бы чуть-чуть въебнуть. Их откинуло и расстреляло. Вася. Чё хочешь, блядь, ты дерзкий молодой человек. Молодой человек. Я даже назад отступил. Потом ты куда пошел? Ты туда не ходи, ты сюда ходи. Ебать! Чё-то как-то они... Прорывают, сволочь! Мясо. Сюда, вот отметочка. Это все, что ты можешь? Так, сюда нужно поставить. Пошло веселье! Блять. На стеночку. Давай так, ладно. Это ребята дерзкие. Сюда. Осторожно! Коперы! Ну-ка. Появился Огр! Появился Огр! Да в рот ему, чехпых! Обе новички, нихуя себе, зачем я? Зерники! Вот так! Серию убить!
Так, надо еще одну вставить. Блять, а куда, если арбалет поставить? Куда он сейчас стоит? Сюда, вот, говорю, ставь. Вот, два как раз для арбалета, блять. А-а-а. Прям ставьте целую батарею, блять. Их можно, походу, много поставить. Да, их по 4 штуки. Выглядит неплохо. Сука, если не хватает денег, 1000 баксов стоит. Бомжуем. Ну, кстати, 4 арбалета поставить, так сюда, и все пускай выносят. Мне тоже надо хватило головы. Мы уже почти прошли 9 минут. Пиздец, блядь. Почему так мало? Почему? Да-да-да, тут только наставишь, так получаешь эстетическое удовольствие от уничтожения тварей. Нате вам! Че, самый дерзкий, да? Пошел сюда. Улетели. Че, арбалет стреляет? Скорострельность вообще никакая, блин. А я его еще и прикачал, кстати, скорострельности немного. Нет, вообще медленный. Ебать, ребята, вас тут. Ебать. На тебе. Мелкота. Огры идут, огры. Два огра идут. Че-то их много, блин. И сколько их было? Какая разница? Так и сколько их было? Какая разница? Катать пальчики. Соус из орков. Так, бля, арбалет вообще хуйня, если честно. Поставлю вот эту поебату. Повеселимся. Сапёры идут. Сапёр, блядь. Арбалет не очень. Бля, ого, найди. Надо остановить эту тварь! Да, арбалет лучше бы я дам. Это называется убивать! Поставлю этот ковал, ты видел? Поставлю лучше еще одну такую штуку. Не, дверь рулит, заебись. Ух ты, сколько шинковка! Пацаны, за мной, сюда идите, сюда. Улетайте. И как я вам теперь? Наебали дурака. Теперь можно поджарить 6 орков разом. Так, еще одну такую штуку сюда повешу. Я готов. Так, и одну сюда. Да тут же. Вон там, кстати, тоже можно начать поставить их шипов. Да. Так вот. И вполне нормально. Давайте. Куда лезешь, ты? Лег расщепляет. Добро пожаловать! Еще урок поставить. Вот эти ребята! А, вот стрелять будет странно, да? Прикольный поджаривает. Ау!
Давай, поднимай, мороз. Все, а тебе не пролезу. И сколько их было? Ай, какая разница? Ебать. Это ад. Внимание, стули окры! Какие, мать вас, огры! Сосут они сейчас. Все, пацаны, это война. Как старые добрые костры из книг. Но вместо книжек морки. Все, блядь, я сюда вообще не поднялся. Теперь они явно не спустятся вниз. Я не знаю, надо сказать, какую толпу надо, чтобы она вниз прорвалась. Ох, блядь. Замедлял. Эти орки должны сдохнуть! Ладно, не идут. Еще хотят. Мясо идет, мясо. Еще сзади идут. И в зон такой дэн-дэн-дэн. Я пошла. А я понял, стреляют вообще. Чё это? На нахуй, блин. Здесь, наверное, тоже был лучше. Ты прищемлял твои поставить, стреляющие. По-моему, КПД больше в разу. Смотри, она сейчас ударила и не идут, блин. Она нужна, блин. Деньги тратить. Снимем ее. Потих расколбашек. Даже жалею, орк. Ну, подорожь. Расколбас, расколбас, блин. Здесь лечу. Ради того, чтобы убивать орков! Еще радует. Мелкий! Получил! Я бы... Туда! Пойдется отдых! Точно! Этой штукой! Комбо работает. По ловушке. Они типа все заплетаются и медленно идут. Орать. Победа! Так. Вот так вот. Поставил и забыл! Вечеринка начинается! Вы приглашены! Вечеринка начинается! Да? Смертники идут. Че хотят они тут получить, непонятно. Они хотят получить. Скандал! Для них с двух сторон. Это же тоже отбрасывают ловушки, видишь? Которые стреляют стрелами. Да-да-да. Забавнее, как ты их убиваешь. Ебать, ад. Я еще одну повесил. Ух ты! Наверное, это какой-то рекорд. Я предпочитаю орков средний, какая-то. Как ты розовый мяг. Да, да, давай, еще прорыв. Пизда, блядь, что они пизда. Они пизда. Пригнуть и перемешать. И, конечно, порезать. Так, че еще поставить такого смешного? Ой, еще одну могу такую. Приступим! Отсюда тоже это, да? Стопай, стопай, ребята!
Огры! Получите гранату. Это, наверное, будет боль. Сапёры идут! О, огонь идет в зарубку. Это как старые добрые костры из книг. Но вместо книжек портит. Ебать-то мясо. Какая девятая, а это последняя волна. Ап. Тут он еще вырвался. Это монетка. Все. Засосали, блин. Да, пацаны, пацаны не очень. А что вообще же щейпы удаются, честно? Оружие. Основной режим замораживает противника на расстоянии. Ледяной амулет. Летит он. Амулет. Так, 10. 10 книга заклинаний. Амулет дали какой-то ледяной. Ахахаха, арбалетик можешь купить. Да и нет, или ловушку. Не знаю, что купить. Паровая выбрасывает, потоки пары поднимают противника. А, я хотел этот огнемет. Огнемет, ладно, собираем тоже на огнемет. Да. Поршень требует перезарядка. О, поршень хуйня. А еще хуйня. Лучше купи, может, это самое, как его, где она была. Как же называлась-то? А, дробилку? Где она, блин? Ну, не хватает, на дня 9. Yes. Давай я тогда куплю ее. Давай покупим тут, наверное. Дробилка наносит больше урона. В общем, я покупаю. Посмотрим, что это. Так, ну что, все, продолжаем?